суровая природа, трудные условия жизни, непростая история не смогли погасить поэтическую искру души нашего народа. До сих пор сохраняются не совсем обычные, так называемые, трудовые песни. Их поют, выполняя даже самую трудную работу. Ласковую песню «Хюлин, хюлин» женщины поют во время доения. Туркменки считают, что, услышав эту песню, корова даст больше молока. Оно будет вкуснее и полезнее. Все народные обычаи и традиции свято сохраняются в туркменской семье. Не пустуют полки хлебных магазинов, но в каждом районе, даже среди многоэтажных домов, вы обязательно увидите у нас в республике тандыр, печь для выпекания чурека туркменского хлеба. Что может быть дороже и приятнее аромата материнского чурека? Отправляясь в дальнюю дорогу, обязательно возьмет туркмен домашний чурек. Даже сыну в армию с посылкой придет материнский хлеб, чтобы не забывал он родную землю, дом. Главным угощением щедрого туркменского стола дастархана обязательно будет эта ароматная свежеиспеченная лепешка. И это на любом празднике тое, которое любит и умеет проводить весело и необычно в нашей республике. Есть свои особенности у обряда светлого праздника свадьбы в Карагеле. Артылағы оғылны үйірер, айттырман, дейдірмен, бармығыңыз орайар, хоу! Икінні нары көрес тұтяр, пәлуанлар, айттырман, дейдірмен, бары орайын, хоу! Юрин, келін алманы кедейді, құсалығы, қапшығы, Какое же может быть веселье без прекрасного и сообразного народного танца
Куш Дефти. Это хоровод танцора. Замечательная песня. Интересные переходы танца не могут оставить равнодушными ни зрителей, ни исполнителей. Танец напоминает движение летящих чаек. Ритмы и дыхание самой жизни вплетаются в его исполнение. Для Куштефты возраст не помеха. Именно он возвращает молодость и здоровье. Так считают ветераны ансамбля Биевича и Гельмемедала, уже перешагнувшие 70-летний рубеж. Но как молодо их движение, сколько энергии и молодого задора в танце, закр разновидности Куштефты западных туркмен. Trailer, you'll miss on a disguise.
Ай, 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 ай
деле исполняет не просто куштетты. Здесь целый мини-спектакль. Обязательно в рисунке танца есть сценка излечения больного, потому что считается, что такой танец может вернуть не только хорошее настроение, но и светлый разум. Может, это и справедливо. Район, где мы живем, называется Тахтабазар. Место это ровное, как доска. Еще в конце прошлого века здесь был большой базар, на который собрались отовсюду. Из Ирана, Афганистана, Узбекистана, Туркмении. Овец тысячами прогоняли сюда на продажу. Но память людская сохранила и другие названия этих мест. Пенни, как называет еще наш район. Пенни происходит от персидского пенждах, что означает пять сел. Александр Македонский, придя на эти земли, решил назвать их Александрией, но местные жители не покорились войскам грозного Искендера Зулькарнейна. Под этим именем Александр Македонский сохранился в среднеазиатских легендах и сказаниях. Не с тех ли далеких времен звучит Каргатюрюк, просаждением своим, как гласит легенда, обязан Искендеру Зулькарнейну. Посети в наших краях рассказывает о том, как Каргатюрюк поведал всем о тайне Искендера.
Многое повидала наша земля. Рассвет и поражение, счастье и горесть утрат. Многолюдные города когда-то были здесь. О чем сегодня может рассказать эта пещера Якытишек? Археологи называют время строительства этого памятника 3-2 век до нашей эры. Сохранилось предание о том, что Чингисхан никак не мог победить мужественных жителей города, укрывшихся здесь. Хитростью и коварством одолел он их, замуровав все выходы и оставив лишь единственное отверстие Якытишек. Что за люди здесь были? Молчат стены. И лишь, может быть, колыбельно слышны голоса веков. Аллаху! Менің балам әптептер, қырмызи үлдіріп әптептер, ойындырмаң баламе, яңза ұқаң үдептер. Аллаху, Аллан, Аллан, атаға, құшлар он сен путаға, путақта қиғыз өлгіл, мен банама сатаға. Аллаху, Аллан, Аллан, мұлбәбек, саллан сақтай атбәбек, Аллан имене саң айтайына, Алла ұлғына Аллаху. Аллаху, менің балам яттептер, қызыл үлеп аттептер, ойындырмаң баламе, яңда ұқа кеттептер. Аллаху. Хорошие, плодороднее здесь земли. Мургаб, река жизни, река древняя. Несколько тысячелетий она поет этот край. Все живое стремится сюда. Кажется, сколько существует эта земля, столько и звучит здесь дилетюдук, инструмент шабанов. Thank you.
башшылык кылып атый. Каты ийге маалардан дуам эт келиптир. Мен өз өмүрүмдө бүтүн башшылык менен мешул болдум. Менин каакам Новат башы. Бием өз дөрүндө бүтүн өмүрүн башшылык менен соготүлөн. Мешул болуптур. Новат башын каакаты аматаат башы. Бием өмүрүн башы. Гюдуне Новатов, лучший исполнитель пендинского стиля туркменского бахши, известен в республике. Бахши – это профессиональный певец, но мастерством своим он овладевает не по нотам, а изустным путем, от учителя к ученику. Весь свой талант бахши отдают избранной профессии. Гюдуне Новатов – потомственный бахши. Рассказывая о своей родословной, Гюдунят до седьмого колена называет имена прославленных туркменских музыкантов. Новат Бахши, отец его, Амантаэт Бахши, его дед, Курван Бахши, прадед. Идутар здесь передают из поколения в поколение. Это старше самого Эдуньяза. А это... его ровесник. Новат Бахши, отец его, слава и гордость туркменской музыки, сделал своими руками маленький дутар для сына. С 10 лет стал выступать в Эдуньяз. А теперь он передает свое умение и знания сыновьям и внукам. Dağların başına duman eğlenmeli. Dağların başına duman eğlenmeli. Yarın dağ dibine batar. Ey adam oğlu şu melme bağlanalım. Ezra'ya ey adam oğlu, adam oğlu, şümelime bağlanma, Ezra'yla yarım. Çöl içinde gider gelin olanlar İdim da terliğinden tepin hayatlar Ey zıvır yüzüne çıkar edip de balaklanam Yarın zıvır yüzüne Thank you.
Хорошим, добрым делом занялся Ведуньяс в последние годы. Организовал фольклорный ансамбль. Собрал туда всех аксакалов, музыкантов и молодежь. Учитесь, молодые, не теряйте своего богатства. Дерево еще не корней гибнет. Редко сейчас встречается пение под каргатуйдук, а ведь раньше в наших краях такое пение больше, чем под дутар почиталось. Но пендинская аксакали сегодня сохраняет эту традицию. Молодежь с удовольствием теперь собирается вместе. И девушка опять заиграла на гапузе, а то ведь стал исчезать наш древний инструмент. Thank you.
Конечно, многое сейчас изменилось, но все же лучшие традиции сохраняются. Не изменяй своим нарядом туркменской девушки. Да и как можно сменить на что-то такую красоту, ведь они так к лицу нашим красавицам. Это о них великий Махтумбулы сказал. Даже у перы небесных подобного стана нет. Косы такого струения у волн здоровшана нет. Жаль ресниц твои, изобильный колчана нет. А с каким мастерством наша девушка вышивает? Все предание свое к свадьбе невеста задолго начинает готовить. В фольклорном ансамбле возродили многие из традиционных свадьбы. Ведь свадьба – это красивое зрелище, где не было зрителей, все участники. А сегодня это возвращается к нам, в нашу жизнь. Той, с конными скачками и старинными песнями, интересной, чем с машинами и синтезаторами. По традиции жених на коне забрал свою избранницу. С этой песней девушка уходила из дома, прощалась со своим девичеством. Yeah.
всеобщее веселье, игры, конные скачки, музыка. Такой у нас той. Глубокие мощные коры нашего музыкального искусства. Сегодня новое поколение продолжает традиции.